Здравствуйте, меня зовут Евгений Черемухин, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Три подруги решают изменить свою судьбу и найти спутников жизни. Именно об этом театр-студия «Окно» расскажет в незатейливой и теплой комедии «Три красавицы». Спектакль за режиссурой Виктории Василькевич собирается убедить приморского зрителя в том, что годы не являются помехой в поисках любви и счастья. Узнать, так ли это, любители театра смогут в 18:00. Стоимость билетов – 200 рублей, для зрителей пенсионного возраста – 150 рублей. Ну а театр молодежи порадует приморскую столицу одной из главных театральных премьер этой осени. Инсценировка в двух действиях по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» задает фундаментальные вопросы о природе личности, воспитании, общественных парадигмах. Режиссер Герман Авеличев. Начало постановки в 18:00. Цена билетов от 200 рублей. Осень еще не успела закончиться, а приморская сцена Мариинского театра приглашает зрителей погрузиться в мистическую атмосферу гоголевской диканьки в музыкальном спектакле «Ночь перед Рождеством». Либретто и саму оперу в четырех действиях в свое время написал композитор Николай Римский-Корсаков. Музыкальный спектакль продлится 3 часа с 2 антрактами. Начало в 19:00, билеты от 300 рублей. Суббота обещает быть насыщенной. Так, магазин «Дом книги» приглашает всех желающих на презентацию литературного творения Алексея Будберга «Сибирские воспоминания». При жизни автор был начальником штаба Владивостокской крепости еще в 1902 году. Представят книгу редакторы Владимир Калинин и Роман Авилов. Начало в 14:00. Вход бесплатный. А на сцене Дворца культуры железнодорожников Владивостока состоится гала-концерт 9-го Всероссийского фестиваля-конкурса эстрадного творчества «Жемчужный дельфин». Организаторы приглашают зрителей посмотреть не только на юных солистов, но и на сложившиеся творческие коллективы, отобранные для участия профессиональным жюри. Гала-концерт начнется в 14:00. Вход свободный. Приморская краевая филармония продолжает цикл концертов в рамках программы «Всероссийский виртуальный концертный зал». На этот раз зрители приморской столицы получат шанс увидеть и услышать слаженную работу Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер Юрий Башмет. Начало в 15:00. Билеты по 100 рублей. Субботний вечер владивостокские меломаны смогут провести в компании музыкантов из Лос Нуэстрос. Горячая фламенко, страстная танго, блюз, аккордеон и этническая перкуссия. Уникальный для Владивостока проект вобрал в себя самые разнообразные музыкальные направления. Музыка фламенко прозвучит в 18:30 в творческой мастерской «Калаш Про». Стоимость билетов от 800 рублей. 15 юных актеров, члены заслуженного коллектива «Приморья Этюд», расскажут трогательную и сказочную историю в спектакле «Маленький принц». Театральное действо по мотивам всемирно известной повести французского писателя, журналиста и летчика Антуана Сент-Экзюпери пройдет на сцене городского дворца детского творчества в 13:00. Вход свободный. А вечером горожан ждут интерпретации симфонического оркестра на хиты группы «Кино». Беспрецедентный замысел, который не имеет аналогов на отечественной сцене, так тепло принимается публикой, был создан Игорем Вдовиным и показывает, как можно воплотить в реальность крылатую фразу «Цой жив». Начало в 18:00 в концертном зале «Феска Холл». Стартовая цена билетов – 1200 рублей. А для любителей электронной музыки музыкальный бар «Кот и Клевер» преподнесет настоящий подарок. Приморские группы выступят на сцене заведения с авторским материалом в рамках программы «Электрошоу-кейс». Открыть для себя новые музыкальные течения слушатели смогут в 20:00. Вход свободный. На сегодня это все. Нескучных вам выходных.